Всем привет! Сегодня буду я менять лампочку, покажу, как это делается. Здесь у них любят отвертки, блядь, совывать, понимаете? На Европе немножко голова не работает, нихуя. Русские есть русские. Русские, Кавказ, они все, блядь, смекалости. Вот, я взял вилку, блядь, согнул нахрен. И вот вставляю сюда, и потом. И снял. Вот тебе. И не надо делать эксперименты. Оп, легонько, вилка, ё-моё, вилка. 2 секунды, а тут, блядь, отвертку всовывают. Кошмар, наверное. Потом эти как снять. Можно сразу это снять. Ах, замок. А замок вроде подсоединен, да? Так. Потом берем, отжимаем. И вытягиваем. Так. Проверяем лампочки. Так, все идеально. Не стоит, нет. Краска не прогоревшая. Будем сейчас ту сторону снимать. Не. Так, хорошо. Так. Сейчас лампочки возьму. Лампочки. 21 ватт. Ну как ты выйдешь, чувак. Так, вставляем. Обязательно замок закрывается. Так, берем зажимы обратно, эти же, вставляем сюда, один, второй, и прижимаем. Ничего, не поцарапал, ничего, вот так. Все. Всем пока, ставьте лайки, не забывайте.